получается 27 марта, за месяц до окончания, за месяц и один день, до окончания срока действия договора Мелитопольским городским советом было направлено сообщение Мелитопольской городской организации партии регионов о том, что Мелитопольский городской совет не намерен продлевать срок действия договора аренды в связи с тем, что данные помещения необходимы ему для осуществления хозяйственной деятельности той организации, на балансе которой находятся данные помещения. Сегодня вы пришли ознакомиться. Да, ввиду того, что письмо было направлено почтой с описью вложения, мы сегодня дополнительно пришли к представителям партии регионов для того, чтобы им наручно вручить это письмо дополнительно, чтобы у них была возможность освободить после окончания срока действия договора занимаемое им помещение. Они могут оспорить это решение? Дело в том, что в рамках условий договора определено, что за месяц до окончания срока действия договора за Мелитопольским городским советом сохраняется право в одностороннем порядке отказаться от продления срока действия, если данные помещения ему нужны будут в дальнейшем для определения каких-то других хозяйственных целей. Помещение до 3 комнаты, да, тут кажется? 2. Ну, получается, помещение согласно сейчас договору, могу сказать только номера помещения точно, номер 4 и 127. Как они разграничены, сейчас они готовы вам сказать.